Впрочем, праздник Крещения на Дону прошел без инцидентов и несчастных случаев. Помимо спасателей, у каждой купели дежурили и бригады скорой помощи, и сотрудники полиции. Безопасность на данных объектах обеспечивали сотрудники МЧС России и Департамента по предупреждению чрезвычайных ситуаций Ростовской области, а также добровольцы. Общая группировка сил и средств составила более 1000 человек личного состава и свыше 280 единиц различной техники. Напомню, на территории региона было организовано 73 места для проведения культовых мероприятий, в которых приняли участие более 15 тысяч дончан.